Вот такая вот грязная, пыльная, старая штука у меня есть. Ой, там даже бумажка какая-то есть. Которую мне надо депортировать из дома. Бумага, чистая бумага. Что это такое? Я оставила здесь бумагу. Сейчас положу, домой отнесу. Так, перепелкам салат. Да, всем привет, с вами Надежда. Выкинула кое-какие вещи. Выкинула какие-то вещи в сарайчик свой. Какие-то я выкинула в благотворительность. Сейчас дам своим цыплятам салатика. О, они ждут уже. Вы уже ждете, да? Держите вот так вот вам. Сейчас я насыплю вам корма. Прожорливые птички. Так. А самой мне надо ехать за швейной машиной. Вытащили мы холодильник на улицу. Что-то как-то криво стоит. Вчера вытащили. Я заплатила уже за то, чтобы его забрали. 22 фунта это будет мне стоить, чтобы его забрали. Должны на днях его приехать машина и забрать. В багажнике у меня принтер старый, нерабочий. Коробка от компьютера старого, тоже нерабочая. Здесь всякие ненужные мне вещи тоже в благотворительность отдам. В общем, я сажусь в машину, и мы с вами едем. Сейчас расскажу. Как вы помните, я сдала свою швейную машинку специалисту в магазин специализированный, чтобы они посмотрели, и у нее что-то там сломалось. В общем, сегодня мне позвонил мастер и сказал, что я могу приехать. Сказал мне, что в ней поломано, что в ней не так. Но, к сожалению, было плохо его слышно почему-то. Звук какой-то был плохой. Но я поняла, что-то там с иглой, еще какую-то запчасть надо. В общем, я его спросила, сколько это все будет стоить. Он мне сказал 70 фунтов. Я офигела, честно сказать, когда он сказал 70 фунтов, не ожидала. Я думала, ну фунтов 20-30, но никак не 70. Я решила, наверное, думаю, еще не знаю, не хочу я давать 70 фунтов за машинку. Я не уверена, возьму ли я ее в Россию. Это обычная, хорошая, но она обычная машинка Зингер, новая. Ну как новая, ей, я не знаю, там сколько ей. Ей приблизительно, наверное, лет 7. 7 лет назад я ее покупала новой. Ну, не знаю, если даже сейчас ее продавать, вот как она есть, да, ну, как бы, если ее починить, да, новую такую, если покупать, в смысле, не новую, а со вторых рук, если покупать, но она будет стоить фунтов 100, а починить ее стоит фунтов 70. В общем, я очень расстроилась, честно сказать, потому что я привыкла к этой машинке, и как бы она мне сейчас нужна была, и она у меня сломалась вот так вот. И я решила, что я не буду платить 70 фунтов и чинить эту машинку. К тому же у меня есть еще одна, у меня есть еще две. Одна ручная машинка, а вторая электрическая. В общем, я буду ими, наверное, пользоваться. Ручной или электрической, а эту я не знаю даже, что я буду с ней делать. Я в шоке от этой цены, которую мне назначили. А также мне нужно на почту, мне надо заплатить за дом, за аренду дома заплатить и за воду заплатить. В общем, мне нужно на почту и мне нужно к своей машинке. Вот такие вот дела. Также, как вы видели, я загрузила всякий сломанный мусор себе в багажник для того, чтобы отвезти это на свалку. Не знаю, может быть, я не знаю, до скольки они работают, может быть, мы и туда съездим, посмотрим. Так, ну чё, где наш зеленый свет? О, а вот и наша очередь. Ну чё, кому не хватало людей? Кто-то писал в комментариях, людей на улице нет. Потому что я снимала тогда пустую улицу, раннее утро. Все разъехались по работам, школам. И, конечно же, на улице в раннее утро не было людей. А сейчас, как видите, очень много людей в центре. Я иду на почту. Зашла узнать насчет машинки. Да, 70 фунтов. Он объяснил мне, что там сломано, там сломалась, погнулась сама игла.
И когда она погнулась, она погнула внутренность самой машинки. То есть та деталь, которая внутри, под стеклышком, что ли, не знаю, как ее назвать. Ну, то есть внутри. В общем, сломалась эта деталь. И все это надо менять. Это все стоит 70 фунтов. В общем, я оставила у него машину до завтра. Машинку. И подумаю, стоит мне платить 70 фунтов или нет. Потому что я, конечно, привыкла к этой машинке. Она быстрая, шустрая, новая. Не знаю. Думаю, мне жалко денег, честно сказать. Жалко денег, я потому что не уверена, смогу ли я ее с собой забрать вообще. Так, ладно, я иду на почту платить за дом и за воду. Все, заплатила я за дом и за воду. И теперь свободно. Сейчас еще зайду в банк, возьму себе еще чашечку кофе. И, может быть, заберу все-таки свою швейную машину. Не знаю, у меня еще полчаса есть, они через полчаса закрываются. Банк мой находится вот в этом вот старинном здании. Как вы видите, написано 1903 год. Вот из такого камня местного, красивого. В общем, я иду в банк. Решила вам его показать. Я здесь перебегу. И мне надо успеть взять кофе, потому что в 5 часов, в принципе, все закрывается. Кофейня закрывается, магазины все закрываются. В 6 часов вообще уже все закрыто полностью. Полностью все закрыто. Вообще все. Здесь не будет ни души. Никого здесь не будет в 6 часов. Так, ну что там на часах у нас? 4 часа 5 минут, да? Я пойду, наверное, возьму кофе. Я закончила в банке. Иду гуляю, наслаждаюсь прохладой. На улице градусов 10. В принципе, тепло, ветра нет. В общем, я иду за кофе. Возьму чашечку кофе и подумаю, стоит мне забирать свою швейную машинку или нет. Я вам уже, наверное, дырку в мозге сделала этой своей машинкой. Но я правда не знаю. Не хочу я тратить 70 фунтов на нее, но без нее... Я не уверена, что я смогу сшить что-то, потому что да, та машинка, к которой я привыкла, то есть мне надо привыкать сейчас к другой, к новой машинке, в общем, не знаю. 7 лет я с этой машинкой не расставалась. Вот я и думаю, что мне делать. Пойду кофе попью, может быть, как-то кофеин мне подскажет чего-либо. Хотя я кофе пью бескофеиновое, ну, не знаю, может быть, какие-то мысли придут. Нет, не буду я сидеть за столиком и пить кофе. Я лучше прогуляюсь еще по кое-каким магазинам, посмотрю ткани, возьму с собой стаканчик и буду ходить и пить, вместо того, чтобы сидеть. Потому что сейчас уже заканчивается время и моей парковки, и того, как магазины открыты. В общем, сейчас все уже будет закрываться. Буквально осталось минут 20 до закрытия магазинов. Похожу немножечко лучше и попью на ходу. Все, взяла себе большое латте и пойду его пить и гулять. Смотрите, какие игрушки обалденные. Курочка, цыплята, а сзади стоит петушок. Прелесть, просто прелесть. А, вон еще семейка, да? Мама уточка. Нет, это папа утак. Малыш, а сзади стоит мама с малышом. Какая прелесть! Ну, магазин-то дорогой. Он уже, кстати, закрылся. Не знаю, поэтому цену не скажу вам. Но магазин дорогой. Думаю, что эти игрушки не дешевые. Погуляла я по магазинам. О, смотрите, какие кактусы стоят. Кактусы в виде игрушек мягких. На улице уже темнеет. Все уже заканчивают. Вот машины едут. Это, видимо, хозяева магазинчиков, или, может быть, что-то привезли, не знаю, но, в общем, магазины все закрываются. Собачка ждет хозяина, смотрит вдаль с надеждой. А я купила, знаете, что купила? Я купила ту бирюзу, которую я все думала покупать. Нет, мне некоторые зрители писали, что она не настоящая. Ее как раз я и прикупила. Знаете, зачем? Во-первых, мне самой стало интересно. Потому что зрители разделились на те, кто говорят, что да, это бирюза, и те, кто говорят, что это нет, не бирюза, что якобы как бы она должна быть холодная, это как камень, ну, она холодная.
Кто-то писал, что она дорогая очень. Ну, как бы я знаю, что это ценный камень, но не знала, что он прям ценный-ценный. В общем, я его купила за 1 фунт 20 пенсов. Сейчас у вас на экране выйдет то, сколько это в рублях. И купила я его, знаете, с какой целью? С целью наживы. Вот так вот, да. Вот такая вот я, как это слово? Какая я? Меркантильная? Не знаю, как это сказать. В общем, да, с целью наживы. Я хочу узнать, во-первых, настоящая бирюза, не настоящая. Как я говорила в прошлых своих видео, мне, в принципе, не нужны эти украшения. Я их не ношу. Я хочу узнать, что это я купила такое. Ценное ли оно? Если оно ценное, если, например, в России этот камень сильно ценится, ну, я, да, предполагаю, то попытаться его продать в России и на вырученные деньги что-то такое другое приобрести, не знаю, там, пилу, молоток, не знаю, там, провод, обогреватель, подушку, не знаю, что-нибудь. Поэтому такая вот у меня цель. Я купила этот браслетик дома, покажу вам его. Узнаю, он настоящий или нет, потому что он легенький, в чемодане не будет занимать нисколько места вообще. Стоит просто копейки, 1 фунт 20 пенсов. Потому что он был уцененный несколько раз, никто его не брал, никому он не нужен, мне он тоже в принципе не нужен. Я бы не стала брать, если бы не развернулась в комментариях такая бурная дискуссия, что это такое перед нами. В общем, взяла я его, посмотрим, что из этого выйдет. Запыхалась идти в горку и пить кофе, я еще свою не допила. Видите, открылись вот эти вот столбики, они разъезжаются, вон впереди светится синеньким, видно, нет? Вот эти вот столбики, они ездят по полу, там такие выемки. И они сдвигаются и раздвигаются, когда надо. Потому что сейчас время, когда все магазины закрываются, и хозяева магазинов, они подвозят машины, загружают туда всякие свои штуки, всякие тенты, продукцию, которую они не продали, и уезжают. Поэтому в это время они открыты для того, чтобы машина могла проехать. А вообще они закрыты, и вот эта часть центра, она для машин закрыта. Открывается только утром рано, чтобы люди могли заехать со своим товаром, и вечером, чтобы они могли уехать. У нас на часах 4 часа 44 минуты. Нет, 4 часа 34 минуты. А в 44 минуты у меня кончается парковка. Так, мусорка. Надо свой кофе выкинуть. Все. Вот, что я хотела сказать. Про швейную машинку. Я приняла решение, не буду я платить. Знаете почему? Я попытаюсь работать на ручной машинке, то есть не электрической. Может быть, возьмусь за электрическую машинку, другую. Попытаюсь на них как бы работать. Если у меня ничего не получится или мне не понравится, тогда я в любой момент смогу снова привести свою машинку сломанную и починить. Ну, то есть сейчас решила не чинить ее, всегда успею, скажем так. Но сейчас попытаюсь работать на тех машинках, на которых есть. Все, я пришла на стоянку. Но машинку я не забрала. Они закрыты уже. Когда я решила, что мне с этим совсем делать, они уже закрыты оказались. Ну, ладно. Я завтра все равно, может быть, буду в городе. Подъеду уже прям к магазину, к самому. Все равно она тяжелая. И мне ее тащить здесь, не знаю, метров, наверное, 500-600. Это как бы, ну, нелегко. Она тяжелая машинка. В общем, решила, слишком поздно решила. Я бы дотащила бы ее, конечно, кое-как, но решила вот так вот. Ну, потому что нету таких прям лишних денег, чтобы вот взять и выкинуть 70 фунтов на вещь, которую я даже с собой в Россию не возьму, в деревню не возьму. Ну, то есть я не уверена, смогу ли я взять машинку, потому что это большая тяжелая штуковина. Большая тяжелая штуковина. И я не уверена, что у меня получится ее забрать. У меня есть еще циркулярная, по-моему, пила она называется. Циркулярная пила, тяжелая, огромная. Вот если ставить на весы, что мне лучше взять, швейную машинку, либо циркулярную пилу,
Я выберу циркулярную пилу, потому что я видела цены на них в России. И они вообще неадекватные. Ну реально неадекватные. Фирма, по-моему, DeWalt, по-моему, так называется она, по-моему, так произносится DeWalt. Хорошая фирма, мне подарил Максим на день рождения, я уж не помню, на что он мне подарил, в общем, на какой-то праздник, или на 8 марта, не помню, в общем, на что-то подарил мне Максим эту машинку, не машинку, а эту пилу циркулярную. Я очень много лет хотела эту пилу себе, и вот он мне подарил. И ее вот как раз я бы очень хотела бы забрать в Россию. И она тяжеленная. Это я к тому, что я не уверена, что я смогу швейную машинку забрать. Поэтому я приняла такое решение. У меня есть старинная машинка, старая. Зингер, ручная. Она, в принципе, в хорошем состоянии, она рабочая. Я, в общем, на ней попробую. Также у меня есть еще одна машинка. Она приблизительно 60-х, 70-х годов, британское производство, но она, знаете что, ею никто никогда не пользовался. То есть она была куплена, вот как купили ее, кому-то подарили, и этот человек ею не пользовался ни разу. То есть у нее там был провод отсоединен, не провод, а розетка. В общем, такая вот машинка хорошего качества, новая. Но я на ней не работала, она немножко другая, чем та, на которой я привыкла. У нее сбоку там подается нитка, в общем, немножко по-другому. В общем, у меня две машинки есть, буду их осваивать и буду ими учиться работать. Вот так вот. Так, впереди, чувствую, у меня затор сейчас будет. Потому что машина. А, я тут не проеду. А его не пропустят. Видите, он моргает, хочет направо уехать. А его-то не пропустят никто, потому что у них зеленый. А мне нужно прямо. Ладно, все, увидимся дома.